Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать древний античный город на берегу Боспора Кимерийского. Город был основан в первой половине 6 века до нашей эры. Нимфей называется. Находится он буквально в нескольких пару километров от города Керчи. Вон она, Керчь у нас на горизонте. Стоянка для автомобилей на территории Нимфея. Вот по таким тропинкам проходит, вот они огорожена. Собачка гавкает, охранник. Смотрите, что написано. Святилище морских богов и Афродиты Навархиды. Вот это вот. Какой-то древний, непонятно, колодец или что это. Сейчас мы с вами спустимся поближе, посмотрим. Да, глубина у него метров 8. Красивые вот очень колонны остались. Нимфейский пропилей. Вход в обрамление колонн. Вот она как выглядела. Смотрите. Красота. Облака какие красивые. А какой красивый вид открывается, где вот Нимфей городище находится. Вот смотрите, вот Керченский пролив. Вон там песчаный пляж, корабли, вдали Крымский мост. Красота! Вон сколько кораблей стоит. А там уже берег Тамани. А как классно сегодня, погода, солнышко, 8 марта. И людей, главное, нету в Нимфее, в древнем городище. И вид какой открывается замечательный. Ну вот, в принципе, вся территория древнего города. Она небольшая. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.